Друзья, бывало ли у вас такое, что хочется кушать, но времени и сил на готовку у вас нету? Я думаю, у всех такое было. И сегодня я хочу вам предложить очень быстрый рецепт приготовления обалденно вкусной картошечки в пакете. Думаете, это невозможно? Возможно. И всего лишь за 15 минут. Поехали! Берем очищенный картофель и нарезаем его произвольной формой. Добавляю соевый соус и специи по вкусу. Все тщательно перемешиваю. Затем беру два новых целлофановых пакета, обязательно, чтобы они были без дырочек. Аккуратно перекладываю в один пакет картошку, завязываю на узелок и для надежности первый пакетик помещаю во второй и также туго завязываю на узелочек. Затем ставлю нашу картошку в микроволновку на 10-15 минут в зависимости от объема картошки и мощности микроволновки. Через 15 минут достаю картошку из микроволновки и аккуратно выкладываю ее на тарелочку. Наша картошечка полностью приготовилась, она рассыпчатая и в то же время сохранила все соки. Посыпаем картошку зеленью, украшаем овощами и наслаждаемся быстрым, вкусным ужином, после которого не надо будет мыть сковородки и кастрюльки.